Для того, чтобы разогреться, выполним бег на месте. 90 секунд. Итак, начнем мы нашу кардиотренировку с бега. Дышим ровно. Дышим абсолютно спокойно. Вдох делаем через нос. Выдох через рот. Спина при этом у нас прямая. Думаем о хорошем, о том, что скоро у нас будет потрясающая фигура. О том, что мы сожжем сегодня все лишнее с вами. Да, супер, продолжаем. Еще. Дышим. Я напомню, что эффективнее это упражнение будет, если мы будем делать захлест пятки к ягодице. То есть вот таким вот образом высоко поднимать ногу. Если хотите, можете просто выполнять пока бег. Но эффективнее будет, если вы будете делать высокий захлест. Если вам скучно выполнять данное упражнение, вы можете поворачиваться по часовой стрелке. То есть в одну сторону, дальше, еще, еще. Выполнять движение руками, да? Махи. Не забываем, что можно делать махи. Дышим ровно. Выполняем все с удовольствием. Три, два, один. Отдыхаем. Далее прыжки. Исходное положение – ножки вместе. Мы будем выполнять два прыжка на месте, затем два прыжка с разведенными в стороны ногами. Спина прямая. Три, два, один, поехали. Итак, мы делаем с вами двойные прыжки. Раз, два, три, четыре, на месте и в стороны. Руки убираем назад, назад, назад. Делаем такие замахи. Назад, назад, назад. Два на месте, два в стороны. Продолжаем. Еще. Дышим. Вдох через нос, выдох, вдох, выдох, еще. Вообще, самые эффективные кардиоупражнения – это бег и скакалка. Мы с вами немножко уже побегали, поэтому в данном случае представьте, что вы совершаете прыжки на скакалке, да? То есть вот таким вот образом. Поэтому это тоже одно из самых лучших кардиоупражнений, кардионагрузок. Продолжаем. Отдыхаем 15 секунд. Далее наши прыжки станут еще интенсивнее. В этот раз мы будем совершать прыжок на месте и в стороны. Ручки мы будем забрасывать наверх в момент прыжка в стороны и возвращаться снова в исходное положение. Выполняем 60 секунд. Поехали! Итак, теперь мы совершаем снова с вами прыжки в стороны, в исходное, в стороны, в исходное. Но теперь руки у нас делают выброс наверх. Да, мы продолжаем. Еще очень одну полезность, так я ее назову. Вот. Дышим ровно. Не забываем, что спина у нас при каждом упражнении прямая. Мы держим спину прямо. И это правильно. Продолжаем. Старайтесь активнее оттолкнуться в каждом прыжке, будь он на месте или в сторону. Еще. Еще немножко. Отлично, отдыхаем 20 секунд. Продолжаем дышать и постепенно во время отдыха принимаем положение для следующего упражнения. Итак, мы опускаемся с вами вниз, ноги ставим на носки, образуем одну прямую линию, проверьте правильное положение, чтобы кисть у вас находилась точно под плечом. Мы встаем с вами, одна прямая линия, и начинаем притягивать выше колени к себе, но при этом спина у нас не сгибается, она находится в одном положении. Продолжаем. Опору ставим на другой носок. Один поднимаем к себе, да, одно колено. А вторую ножку ставим на носок.
И следите за тем, чтобы у вас попа не поднималась высоко и не опускалась вниз вот таким вот образом. Продолжаем. Еще. Еще работаем. Еще немножко. Еще чуть-чуть. Хорошо. Отдыхаем. Следующее упражнение – кик ногой. Мы будем активно выполнять толчок вперед прямой ногой. Исходное положение. Ножки держим на ширине плеч, ручки прижимаем к себе. Поехали. Прям вперед. Удар. Удар. Еще. Активнее. Спину при этом не сгибаем. Она у нас прямая, да? Проверьте положение спины, чтобы вот в таком положении она у вас не работала. Прямо держим. Прямо. Работают активно ноги. Еще. Еще. Удар. Дышим. Постарайтесь на выдохе делать усилия. Еще раз повторяю, на выдохе. Еще, еще. Все вредные продукты с прилавков спинываем. Еще. Удар. Активнее. Эй, эй. Еще, 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 мои хорошие. Отлично, еще немножко. Совсем чуть-чуть. Удар, удар. Супер, отдыхаем. Итак, а сейчас будет упражнение, которое я ласково называю сумо. Мы ножки ставим не на ширине плеч, а еще шире. Ручки берем в замок, спина прямая. Мы будем выполнять присед вниз и махи в сторону. Поехали. Вниз, толчок, вниз, выброс, еще, выброс, вниз, еще. Толкаем со всей силы, прям пружиним, эй, пружиним. Спина прямая при этом, не забываем. Дышим ровно. Еще, эй, еще. Эй, продолжаем. Супер. Отлично. Ну, улыбнитесь мне, пожалуйста, ну. С такой фигурой, которая у нас будет. Грешно улыбаться. Поехали еще. Еще чуть-чуть. Продолжаем. Не забываем про спину, не забываем про дыхание. Выброс. Еще. Еще чуть-чуть. Мы чувствуем, как все у нас сжигается, как ягодички наши работают. Еще. Чуть-чуть. Осталось совсем немного. Эй, эй, еще, еще, еще чуть-чуть. И вот уже осталось 5 секунд. Эй, еще, отлично. У-ху! Отдыхаем. Не садимся ни в коем случае. Иначе все, что мы с вами проработали, будет впустую. Итак, а сейчас мы будем выполнять одно из моих самых любимых упражнений. Мы будем делать прыжок вверх. Опускаться вниз, делать отскок назад, выполнять отжимания. Вернемся в исходное и снова прыжок. Поехали. Прыжок. Уходим вниз. Спина ровная. Отжимаемся. В исходное. Еще прыжок. Опускаемся. Ножки назад. Отжимаемся. Еще. Прыжок. Делаем все с удовольствием. Хорошо. Еще. Прыжок. Отлично получается. Еще отжимания. В исходное. Прыжок, еще совсем немножко, назад, продолжаем, дышим, на выдохе усилия, вниз, вниз, вернулись, прыжок, хорошо, назад, отжали, еще, вверх, и последний раз, назад, отжали, вернулись, исходно, прыжок, хорошо, дышим, не забываем про спину, практически во всех упражнениях спина у нас прямая. Не забываем про это, выполняем все правильно. И осталось мое любимое упражнение, это планочка. Да, мы опускаемся с вами вниз. Ручки у нас прямые. Напомню правильное положение, когда у нас кисть находится точно под плечом. Ручки на ширине плеч, в принципе, можно держать. Спина у нас прямая, как спинка стола. Поехали. Ножки на носочках. Мы держимся абсолютно прямо. Не опускаем ни таз, не поднимаем, да, ягодицы. Спину не гордым, она у нас абсолютно прямая. Идеально, если вы будете голову держать тоже прямо, чтобы она была продолжением вашей спины. Ни в коем случае не делайте вот так, да. И проверьте, чтобы попа у вас не выпячивалась вот таким вот образом, да, и не опускалась вот сюда вниз. Абсолютно ровное положение. Держимся с вами еще немножко. Еще чуть-чуть.
Отлично. Дышим, выполняется с удовольствием. Вдох, выдох. Продолжаем. У нас осталось каких-то 5 секунд. И еще немножко. Здорово! Мы возвращаемся с вами в исходное положение и пребываем в отличном настроении. Я надеюсь, вы выполнили все упражнения. А если вдруг что-то пропустили или не доделали до конца, то постарайтесь в следующий раз обязательно исправить это. А также я хочу дать совет. Продолжительность кардионагрузки должна быть не менее 25 минут. Именно после 20 минут кардиотренировки наступает эффект от занятий. Поэтому в следующий раз постарайся выполнить этот курс от начала до конца 2 раза. Либо, как вариант, ты можешь выполнить предыдущий курс и этот. Напоминаю, что ссылку на прошлую кардиотренировку вы можете найти в описании под этим видео. Никогда не занимайтесь через силу, старайтесь чувствовать и прислушиваться к своему организму. Если вы хотите поскорее увидеть следующий курс, ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал. С вами была Дарья Ярцева, всем обнимашки от Дашки, будьте стройными! All my crazy, I should be left on the right.